Всем привет! Сегодня очередная рыбалка. В таком красивом месте я. Здесь такое мелководье, водохранилище это. А здесь вот мелкая вода, ну примерно полметра глубина. И с двух сторон есть камыши, справа, слева. Я вот сейчас немножко закинул прикормки. Посижу на удочке, попробую порыбачить. Посмотрим, что попадется. Две удочки на наживку буду использовать на приманку. Манное тесто. Посмотрим, что из этого получится. Порыбачим до заката где-то часа 3. 2-3 часа осталось примерно. Можно порыбачить, посидеть. Давайте посмотрим. Вот, наконец-то что-то клюнуло за нижнюю губу. Это густера, наверное. Или под лещику такой вот попался. Под лещик. Что-то клюет мелочь, наверное. Наверное, сорожка. Ну, плотвичка там мелкая. Поплавок дергается. Посмотрим. Карасик попадется сегодня большой какой-нибудь или нет. Даже поклевки не было толком. Такой вот подлещик сел. Еще один. Ох. Неплохой, кстати, такой нормальный. Ну, я бы не сказал то, что крупный, но такой не мелкий, нормальный. Вот такой подлещик. Не знаю, что-то мне живот странным кажется. Мне такое ощущение, как будто он этот селитерный. Ну ладно, пока ведро положу, потом посмотрим, что с ним делать.
Вот такая вот короткая рыбалка, паручасовая. В этом месте я первый раз рыбачил. Оно, ну, не очень удобно здесь, мелководье, надо далеко бросать. Поплавок далеко находится, его плохо видно. Поэтому вот эти даже два подлечка, которые клюнули, я даже толком поклевку не видел. Вот такое вот филе получается. Его можно еще будет вот так нарезать, допустим, для жарки или для запекания. И с другой стороны то же самое. То есть перевернули рыбку, тоже так же снимаете. Здесь такой вот надрез. Так вот. И вдоль позвоночника. Также делается надрез. Нащупать надо кости и вдоль костей уже. Ну, первый раз, может быть, не очень получится. Я тоже не профессионал в этом. Но потом в последующие разы там все лучше и лучше у вас будет получаться, и все меньше и меньше будет на костях мяса оставаться. Вот так вот срезается. Такие вот филе получается. Вот, в общем, филешки, их посолили, поперчили. И, в общем, я это сейчас уберу в пакеты и положу в морозильник. Так как у нас рыбы много, мы еще не съели ту, которая есть. Это я положу в пакеты. Это с солью, с перцем можно будет вытаскивать и сразу же готовить или жарить, или запекать. Вот это мой морозильник. Так, где у меня? А, да, внизу. Вот здесь вот рыба у меня здесь находится. То есть те филе, которые я вырезал, вот они у меня в таких мешочках, такие порции. То есть раз достал из морозильника, приготовил в любое время, когда вам удобно. Здесь у меня филешки, здесь еще вот суповые наборы, где головы от рыбы и хвосты, там можно в любой момент уху приготовить. Очень практичный способ, рекомендую, если вам понравилось. Ставьте лайк, пишите комментарии, что вы об этом думаете. Кстати, хорошая идея, позволяет сэкономить семейный бюджет. До скорой встречи в следующих видео. Всем пока-пока. Обязательно вот такой палец вверх поставьте. Давайте всем удачи и здоровья.